Привет, я знаю о каждом из вас один интересный факт. По-любому каждый хотел хоть раз в жизни попробовать сделать свой мультфильм, но вас пугала сложность данного процесса. Но сегодня я нашел одно интересное приложение от Google, которое максимально облегчает это. Приложение называется Toon Static 3D. Оно полностью бесплатно и не содержит внутри себя никаких встроенных покупок и рекламы. Вы спросите, почему так? Да потому что приложение создано Google с целью развития детского творчества и прививания детей к созиданию. Буквально с самого начала приложение рассказывает и наглядно показывает основные принципы создания сценария. Для того, чтобы создать свой мультик, потребуется выбрать один из трех заготовленных сценариев. Short Story, Classic и Science Report. В принципе, кроме названия основных пунктов, они ничем не отличаются. Каждый из создаваемых мультфильмов может содержать не более 7 сцен. Для каждой сцены вы сможете выбрать свои декорации. Это могут быть как уже готовые, так и ваши собственные, которые вы нарисуете с помощью встроенного графического редактора. К сожалению, загружать бэкграунды извне нельзя. То же самое касается и персонажей. Вы можете использовать уже готовых, либо нарисовать своего. При этом он будет автоматически переделан из 2D в 3D. Готовых персонажей также можно редактировать, изменить их цвет, а также заменить лицо, сделав фото. Установленные декорации героя, помимо красоты, также будут отличаться присутствием анимации и интерактивных элементов. Например, вы сможете отдельно управлять рукой или ногой персонажа, или же нажимать на различные элементы и тем самым взаимодействовать с внешней средой. Процесс записи мультфильма элементарный. Нажимаем кнопку записи, затем с помощью касания перемещаем героев и параллельно озвучиваем их. Особенно удобно это делать на планшете и вместе с кем-то. Персонажей вы можете масштабировать с помощью жеста Pitch to Zoom. То же самое касается и ракурса камеры. Далее вам будет предложено наложить музыку, благо встроенная библиотека достаточно обширная и тут есть из чего выбрать. После всего этого вас попросят дать название вашему творению и написать имя автора, для того чтобы потом автоматически сгенерировать титры. Проект мультфильма будет сохранен в приложении, вы можете в любой момент изменить его и отредактировать, а также экспортировать в виде файла на ваш гаджет. Приложение получилось весьма забавным и интересным, и уж точно куда более полезным для ребенка, чем большинство современных мобильных игр. Конечно, функционал не очень богат, но зато все очень элементарно и понятно на интуитивном уровне. А самое главное, данное приложение может стать отправной точкой в изучении процесса анимации и, возможно, стать хобби, а может и будущей профессией. Лично мне приложение понравилось, и я однозначно еще вернусь в него, чтобы побаловаться и снять небольшой мультфильм. Если вам понравилось данное приложение, то не забывайте поставить лайк под видео, а я на этом прощаюсь. Всем большое спасибо за внимание, пока-пока!